полюбил футбол. И я понимала, какой он цель перед собой ставит. Андрей Талалаев. Я против него персонально играл, тогда была персональная игра защитника. Вот мне доставалось против него постоянно действовать. Это мы с Торпедо Московским премьер-лигой играем, я за Динамо Ставрополь. Помните этот матч? Ну, конечно, как каждый счет? Матч. Мы выиграли 1-0. Ну, мы Торпедо выиграли постоянно и в Москве, и в Ставрополе. Для нас был такой удобный соперник. А какой был неудобный? Неудобный для Сербо Спартак. Ну, это папе вот после дня рождения, это здесь у него. 65, это был такой весь матч юбилейный на стадионе. Это в Армавире? Да, в Армавире. Ну, конечно же, вернуться в ту лигу, с которой мы вылетели. Есть желание не только у меня, смотри, все окружение, и клуб весь, все горят, все проникнуты этой целью. Конечно, это задача номер один для меня. Здравствуйте! С вами программа «Мимоходом о футболе». Программа для тех любителей армавирского футбола, кто не только с увлечением следит за спортивными успехами своей команды, но интересуется их жизнью вне поля, кто болеет за клуб всей душой и хочет знать все об интересах и увлечениях, планах и личных достижениях каждого члена команды. И сегодня мы в Майкопе отправляемся в гости к капитану нашей команды Мирошниченко Сергею. Сергей Мирошниченко, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Армавир», является серебряным призером первенства ПФЛ зоны Урал-Поволжье 2006 года, а также серебряным призером первенства ФНЛ сезона 2014-2015. Свою карьеру Сергей начинал в 2002 году в составе анапского «Спартака». Затем были «Майкопская дружба», «Волжская торпеда» и «Оренбургский газовик». В 2007 году Мирошниченко в составе «Урала» дебютировал в первом дивизионе. Вместе с командой Сергей дошел до полуфинала Кубка России, выбив из турнира ряд коллективов премьер-лиги, «Московский локомотив», «Краснодарскую Кубань» и другие. Будучи в составе «Екатеринбуржцев», Сергей Мирошниченко получил звание мастера спорта. Начиная с 2011-го, футболист играл в таких клубах, как «Краснодар», «Химки», «Черноморец», «Салют», «Динамо», «Санкт-Петербург», «Луч Энергия» и «Анжи». Летом 2015 года Сергей Мирошниченко пополнил состав футбольного клуба «Армавир». На поле наш капитан проявляет себя как надежный и бдительный, активный и терпеливый, никогда и ни при каких обстоятельствах не сдающийся футболист. Он смело идет вперед и ведет за собой партнеров по команде. Сергей Мирошниченко – один из тех игроков нашего клуба, который уже успел завоевать любовь и уважение армавирских болельщиков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Как здорово, что мы вас застали дома. Ну, сейчас же сезон отпусков. Ну да. Как здорово. Да. Это вам. Спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Покажете нам свой дом? Конечно. Но для начала ответьте на вопрос. Мирошниченко фамилия давно известна еще с 14 века и корнями уходит в Ростовскую область. Каким образом вы оказались в Адыгее? Не знаю. Папа, бабушка, дедушка здесь родились. Отец Новокузнецкий, потом сюда все равно переехал. А сами дедушка, бабушка здесь. Всегда? Да, всегда. Но об этом мы поговорим чуть позже. А теперь что нам покажете? Дом? Да, проходите. Пойдемте. Сергей, спасибо большое, что пригласили нас к себе домой. Нам очень интересно будет узнать, как живет капитан команды «Армавир», чем дышит его семья замечательная, дружная. Ну а для начала расскажите историю вот этого дома. Ну, я родился сам здесь, в поселке Тульском. Вот именно на этом месте здесь жила изначально бабушка, дедушка. Вот. Ну, потом, когда их не стало, остался домик. Отец мой жил с мамой. Вот, родился я здесь, в поселке Тульском, вот на этом месте. Вот прямо на этом месте? Прямо на этом месте, да. Был старый дом, мы снесли его, и вот... Я потихоньку, вот сколько, год назад построил его. Ну, даже, ну, чуть-чуть больше. Долго строили? Нет, за год я его построил, да, и вот чуть больше, ну, чуть меньше года, вернее, я живу уже здесь. Ну, еще дел очень много, конечно. Что было самого сложного? Самое сложное? Наверное, контролировать все это.
При этом еще работать не забывайте. Да. Ну, супруга помогала, наверняка, ну, конечно, что-то советовала, да? Конечно, меня когда здесь не было, я тренировки, игры, разъезды, то здесь контролировала супруга, и нет-нет, там отец мой приезжал. Ну, в основном супруга приезжала, смотрела, контролировала это все. А, кстати, родители куда-то уехали? Они же здесь жили, на этом месте? Ну, мамы не стало у меня, 8 лет была, а отец буквально на улицу ниже живет. То есть вы соседи? Вот. Да, мы соседи. Ходите постоянно друг к другу в гости? Конечно. Здорово. Ну что, пойдемте, покажете нам. Пойдемте, провожу, да. Двигаться в сторону гостиной вашей. Вот кухня. Вот наша гостиная. Давай начнем прямо с гостиной, да? Вот наша гостиная, да. Где мы с семьей сидим, просматриваем какие-то программы. Мультики дети смотрят. Смотрим фильмы вместе. Здесь такая светлая у вас гостиная. Вообще дом светлый. И вообще, пока мы ехали к вам домой, мы наслаждались пейзажами, которые нас окружали. Здесь природа очень хорошая. Почему я здесь? Я говорю, я родился здесь. Вот. И учился тоже здесь. Мне нравится. Недалеко лес. Всегда можно пройти, прогуляться по лесу. Также вот у меня семья ходит и... Мама берет детей, тоже гуляет. Свежий воздух. Сюда приезжаю, я с Краснодара. Почему? Я говорю, даже туда не хочу ехать. Эти пробки, загазованность. Сюда приезжаешь, надо дышать. В Краснодаре, где выбрать жилье построить, где построить дом, не было вообще? Нет, не было. Ну, у меня есть жилье в Краснодаре, там, куда приехать, где можно жить. Но меня туда не тянет. Это дети вырастут, захотят учиться, то поедут туда. Институт там и так далее учиться. А я хочу здесь. Всегда ну, отсюда такой вывод следует, что вы здесь надолго, а может быть даже и навсегда. Да. Корни берут свое. Да, это так. Плюс я говорю, я хочу, чтобы дети воспитывались так же, как я воспитывался. Рядом школа, садик, все рядышком. Дети вот во дворе гуляют, на улице. Я за них не переживаю. Все знакомые, да, все знают. У нас здесь очень много детей, поэтому я говорю, они сами выходят. Гуляют, заходят, покушали, опять пошли гулять. Я за это не переживаю. Здорово. Ну, давайте пройдем теперь вашу кухню. Это вот наша кухня. Что у вас здесь знаменательного есть? Того, чем вы гордитесь? Ну, кроме того, что у вас вид потрясающий. Мы давайте покажем нашим зрителям, какой чудный вид открывается из окон Сергея Мершича. Да, вот лес, природа, снег. Утром шикарно, просыпаешься, да. Глаза открываешь и жить хочется. Да. Кружечку кофе и на улицу выхожу и любуюсь природой. Причем летом у вас, наверное, на террасе можно будет, да, на кровати? Конечно, да. Вот, но это все еще впереди, там очень много дел еще. Но... Ну вы и так за год сделали такой объем работы вообще. Кто хозяйничает на кухне? Ну, у меня только один человек хозяйничает на кухне. Почему? Это супруга. Почему у вас еще хозяйка растет? Ну хозяйка Мира, помогает только. Иди расскажи нам. Расскажи, папа занимается хозяйством, готовит маме завтраки утром? Нет. А? Нет. А, ну если честно, например, в воскресенье приезжает папа, спасибо, приезжает папа утром с тренировки или с игры. Наверное, становится к плите и начинает готовить для любимой доченьки и мамочки завтрак. Бывает такое, да? А что папа вкусно готовит? Яичницу. Ну, признавайтесь, Сергей, что же вы готовите? Ну, не, ну 8 марта, наверное, не, люблю, готовите. Люблю запекать утку. Гуся в духовке. Вот ну это, вот, видите? Это. Что, гуся, что и сейчас сделаем? Супер, вот. Супер. А так на кухне хозяйничает, конечно, супруга. Да. Что любите из ее рук особенно? Из ее рук особенно люблю борщ, очень вкусный. А окрошка просто изумительная. Ну это мы уже знаем из ваших интервью, что окрошка от вашей супруги просто шедевральная. Жаль, что сейчас у нас не лето. А то бы обязательно попробовать. Ну, зато зимой борщ очень хорошо идет. Да? Да. Вот почему вы час тратите на дорогу, приезжаете сюда, в отчий дом, для того, чтобы побыть в таком чудном месте, в такой чудной компании и с таким горячим вкусным борщом. Да, так и так, есть. Так, ну что, пойдемте дальше? Пойдемте дальше. Так, а мы перемещаемся. Сейчас покажем спальню. Это наша супруга спальня. Угу. Вот, ой, тоже. Какая красивая спальня. Давайте зайдем, посмотрим.
Какая красивая кровать. Это, наверное, на заказ какой-то, да, делали? Ну, делал, да, на заказ, заказывал, и в течение мне месяца это сделали. А кто занимался вообще дизайном? Кто подбирал обои? Обои в спальню подбирала супруга. Угу. А кровать уже выбирал я. И из чего вы, исходя, выбирали кровать? Ну, где-то что-то по цвету, вот зеленое такое, вот обои тоже чуть-чуть зеленцое. Угу. Вот поэтому так вот выбирал. Ну, знаете, кровать увидел, такая королевская. Увидел я, ну, мне понравилось, и я заказал такую кровать. Ну, правильно, вы же капитан команды, правильно? Ну, да. Для капитана должна быть достойная королевская кровать, правильно? Да, чтобы было мягко с супругой спать. Да, все, отлично. Теперь в детскую? В детскую, да. Давайте. Ну, проведи нам экскурсию, Мила. Можно мы зайдем? Так, заходим. Святая святых, милый. И здесь, наверное, живет твой братик, да? Или у братика отдельная комната? Ну, отдельно, но она еще не доделана. Есть комната, которая, ну, она еще в процессе. Кто но где располагается, рассказывай. Я вон там наверху сплю, Мирон вот здесь. У Мирона машина, а у тебя купе, СВ, да? Мирон тебе дает спать ночью или пугает? Дает. Дает? Хороший у тебя братик? А где он занимается? В какой-нибудь секции занимается? Расскажи нам, про чем братик занимается. Футбол. То есть он как папа хочет быть футболистом? Да. А ты нам по секрету скажешь, какой его любимый футболист? Папа. Вот, папа любимый футболист. А чем занимаешься ты? Я танцую и вяжу. Ой, какая ты молодец. То есть ты растешь настоящей хозяйкой. А как папа отдыхает, Мила? Приезжает и на диван ложится, папа, да? Телевизор смотрит. Любимые программы какие папы? Скажи. Футбол. Футбол? То есть у него футбол 24 часа в сутки? Он приезжает с работы и опять футбол? Да, так и есть. Смотрю. То есть наш футбол? Да. Люблю, вот я сейчас в отпуске на рыбалку съездил, на охоту. Да, вот про это вы нам как раз-таки расскажете за чашкой чая. Хорошо. Но вначале позвольте вам задать несколько вопросов в гостиной. Хорошо, да? Пройдемте. А потом за чай. Да, пройдемте. Сергей, как вы относитесь к экспериментам? Всегда надо экспериментировать. Что-то получается, что-то не получается. Вот и здорово. Сейчас я проведу с вами экспериментальный тест или блиц-опрос. Не боитесь? Нет. Тогда отвечайте либо да, либо нет. Я начну? Конечно. Поехали. Вы сейчас живете так, как мечтали когда-то? Да. Футбол для вас важнее семьи? Нет. Вы часто бываете недовольны собой? Очень. Легко ли вы меняете свои решения? Нет. Кто-нибудь может повлиять, чтобы ваше «нет» превратилось в ваше «да»? Иногда. Вам приходилось о чем-то сожалеть? Возможно. Вас ранят какие-нибудь нелицеприятные слухи о вас? Нет. Друзей у вас больше, чем недоброжелателей? Да. Много ли у вас тайн, которые вы не раскроете никому? Немного. Сейчас вы готовы на откровенный разговор? Готов. Нашу программу мы обычно начинаем с истоков. Каким вы были ребенком в детстве? Ну, как сказать, каким? Ну, как, наверное, все, как и все дети. Нет, вы за баловны, всех не отвечаете. За баловны, тех. Наверное, ну, в пределах разумного. Почему и получал хворостина иногда. От кого? От папы. За что? За проделки, за всякие. Ну, например, что было такого, что вам до сих пор стыдно вспоминать? Ну, воровал патроны у него и с ребятами стреляли их. Так это опасно. Это опасно, да. Поэтому за это и получал. Было и такое, да. А как вас воспитывали родители? Ну, строго очень. Так что учеба. Ну, воспитание для них стояло то, чтобы я вырос нормальным, адекватным мужчиной, так сказать. Мы знаем, что в футбол вас привел отец. Да, в 7 лет. И он привил вам любовь к этому виду спорта. А к чему привила любовь вам ваша мама? Чему она вас научила? Чему научила? Ну, наверное, уважению к женщинам,
к детям, потому что я получал немного времени, я получал любви от мамы, но все-таки я получил. И сейчас стараюсь эту любовь перенести своим детям, что я недополучил, наверное, от нее, если бы она была жива. Я думаю, я получал бы многое. Вот поэтому я сейчас возмещаю то, что я не получил от мамы, а передаю своим детям. Поэтому... Как маму звали? Нила звали. Светлая память. Да. Я хотел дочь назвать также Нила, но бабушка там сказала, говорит, не стоит. Поэтому я первую букву поменял, назвал Мила. Вы говорите, что в 17 лет вы покинули отчий дом и стали самостоятельным человеком, сами на себя рассчитываете. А вы вообще тщеславный человек? Вот вы можете поставить какую-то цель и идти к ней просто вот одержимо? Ну вот я и поставил для себя цель. У меня была изначальная цель. Я хотел вырасти более достойный футболист, дойти каких-то высот, наверное, так сказать. Поэтому у меня первая цель стояла – это стать на ноги и стать хорошим футболистом. Ну, сейчас могу сказать, что не скажу, чтобы там великим футболистом, но я чего-то достиг. Поэтому могу сказать, что я выполнил то, что я себе ставил, задачу. Сергей, а как вы относитесь к конкуренции? К конкуренции? Очень хорошо отношусь. Люблю этого. Вы на молодых ребят смотрите как на партнеров по команде или чувствуете, что вам дышит спину? Нет, смотрю обязательно только как на партнеров, на тех, которые должны расти, смотреть на меня и моего года тоже есть ребята, чтобы они смотрели и брали только положительное. Поэтому я на них смотрю так, что на наше будущее, можно так сказать. Но при этом, чтобы они смотрели на вас и брали пример. Конечно, брали пример, только хорошее. Поэтому и стараюсь давать им только хорошее и положительное, чтобы они видели, как надо жить именно в мире футбола. А если они не берут пример, а берут с какого-нибудь другого человека? Ну, это значит уже их, их жизнь. Они чего-то хотят там достичь. Я не говорю, что надо именно конкретно брать. Я говорю, надо лучше черпать, как и я черпал от своих старших коллег, да. То есть преемственность должна быть? Конечно. Брал что-то лучшее, а что-то сам добавлял, можно так сказать, осуществлял жизнь. Я только радуюсь за это, что с кем я играл. Есть такие футболисты, как был я в Екатеринбурге, в Урале. Сейчас Шатов такой футболист. Сейчас сборная России играет, я только радуюсь за него. Хотя он за его карьерой? Ну как, постольку слежу, конечно, вот, хотя смотрю футбол дома, приезжаю в сборную, смотрю новости. Все чемпионаты, новости. Конечно, я сейчас за него очень рад, что я, когда играл в Урале, ему было там 17 лет, ругал много его, воспитывал. Сейчас, я говорю, радуюсь за Олега, что он молодец играет. Но внутри себя никогда не звучал вопрос у вас, а почему не я, вот, почему не меня? Нет, значит, не судьба, значит, не достиг того предела, да, уровня, чтобы играть там. Может быть, какие-то стечения обстоятельств, травмы где-то помешали, и это тоже было. Ну, значит, так должно быть. Ну, вы фаталист? Что не делается, все к лучшему. Да? Да. Есть такие еще случаи, которые решают не мы сами, а еще господин случай, да? Ну, я думаю, что все-таки много решает Господь Бог, который, я думаю, уже который за нас, конечно. Читая ваши интервью и смотря ваши немногочисленные интервью в интернете, вот хочу понять, как уживается два абсолютно разных человека, две личности в одном человеке. Это такой агрессивный, не сдержанный в выражениях, в эмоциях, человек-воин на поле, и такой ласковый, добрый, нежный человек, мужчина, который при упоминании имен своих детей расплывается в улыбке и даже, по-моему, в честь своей дочки 24 июля присвоил себе знак на майке, да? Да. Игровой номер. Так и было. Ну, то, что я говорю, я приезжаю домой, я дома отдыхаю, у меня супруга хорошая, у меня дети. Я довольствуюсь тем, что я приехал. А футбол – это спорт, в первую очередь,
где надо выкладываться, где надо быть агрессивным, не проигрывать единоборства, эпизоды. Поэтому так вот ужилось две личности в одном человеке. А где еще, кроме футбольного поля, вы можете быть агрессивным и не сдержанным? Да не знаю, даже не могу сказать, где я могу. Наверное, только вот что-то со спортом именно связано. Не именно с футболом, а любой спорт для меня – это принцип выиграть, победить. Поэтому в любом спорте, да. Если будет касаться что-то опасности вашей семьи, естественно, вы тоже будете это воином. Это само собой, это даже не обсуждается. А вот скажите, существуют такие мужские стереотипы, если мужчина проронил слезу или там заплакал, то он считается слабым? Нет. Если, например, он предпочел компании жены и семьи, и детей, его называют подкаблучником. Вы антистереотип? Вы подкаблучник? Нет, я не подкаблучник, но какие-то вопросы супруга, когда просит, выполняю, и не считаю, что это должно быть там перед ребятами или что это. Я не считаю, что это должен мужчина подкаблучник. Это семья. Ты должен делать это то, чтобы в семье был, как сказать, парил радость, счастье было в семье. Поэтому я не считаю, что если там ты выполняешь ту просьбу супруги, это подкаблучник. Ну, вы любите охоту, любите рыбалку. Если супруга попросит, ну, пожалуйста, Сережа, ну, сегодня не едь никуда, пойдем с детьми в горы. Не всегда. Бывает, что и противоречие. Да? Супруги скажу, что нет. Потому что это мое любимое хобби. И у меня только время бывает в отпуске это делать. Ходить на рыбалку, охоту. Поэтому супруга старается не беспокоить. Я с понедельника по пятницу я нахожусь дома, занимаюсь детьми, помогаю супруге. А суббота, воскресенье у меня когда свои дела. Когда крайний раз были на рыбалке? Крайний раз был на рыбалке, да, я вам сейчас скажу, неделю назад, наверное, был, ездил. Ну, неудачно, то, что погода уже прохладно. А куда ездите? Ездил, вообще, я каждый год езжу в Астрахань на рыбалку, охоту туда езжу. Ну, так что с рыбалкой не получилось. Ребята позвонили с Астрахани, сказали, уже мороз, лед стал. Не было смысла. Я ездил здесь, у нас в крае, за Славянск, на Кубани. Ну, тоже, говорю, неудачно съездили, но постреляли уток, фазанов постреляли. Вот. А вот в воскресенье только вернулся с охоты. Ну, тоже неудачно. Да? Но а если удачно, кто до кулинарных шедевров доводит дело? Ну, кто чистит? С дичи занимаюсь только я. То есть вы еще да, все почистите, приготовите? И готовлю, да. Я шулюм готовлю, в чем супруге тоже нравится. Шулюм это что? Шулюм это, ну, та же самая шурпа, суп только с дичатиной. Супер. Супер. Больше чем полгода, в июле месяце, вам исполняется 35 лет. Обычно к этому возрасту мужчины уже подводят какие-никакие итоги. Вы довольны собой? Нет. Еще есть время поиграть. Вот как я закончу, тогда я могу сказать, что я буду доволен собой. А сейчас я не могу быть доволен ни в чем собой. Доволен в каком плане? Что я, у меня есть семья, есть где жить, в этом я доволен. А именно в спорте пока я еще в процессе и хочу еще играть. Я не хочу вам задавать банальные вопросы, которые вам задают всегда журналисты. А что дальше? А что после карьеры футбола? Но я считаю, что вы еще в хорошей спортивной форме, и еще у вас все впереди. А вот о семье, которой вы гордитесь, я предлагаю поговорить уже там, вместе с вашей дружной семьей на кухне за чаем. Хорошо, конечно. Пойдемте. Пойдемте. И вот мы переместились на кухню наших уважаемых дорогих гостей, хозяев, мы гости. И вот, вот так. Будем сейчас пробовать утку, которую вчера с охоты принес глава семьи. Да? Угу. Давайте мы представим, кто у нас за столом. Мирон, познакомь нас со своей семьей. Это папа, он охотится. Так, как его зовут? Мирон. Мирон, тебя зовут, папу Сергей зовут. Он охотится, правильно. А рядом с папой кто сидит? Мама. Как маму зовут? Олеся. Чем она любит заниматься? Тем? Готовить. Готовить, прекрасно. Ну, это Мирон,
да? Представь, Мила, кто это рядом с тобой сидит и чем любит заниматься твой брат? Футболом. Футболом? Да, играть в iPad. Да. Ну и, конечно, красавица, дочка Мила, в честь которой папа взял игровой номер 24. Это уже мы все знаем. Ну что ж, вопрос Олесе. Олеся, кто в доме хозяин? Папа, однозначно. То есть папа в команде капитан, папа дома, вожак. Дома особенно, он самый главный у нас. Когда он говорит, он хочет есть, тогда мама готовит. Да? А мама вкусно же готовит, правда? Да. Олеся, ну расскажи нам, пожалуйста, как вы познакомились с Сергеем? Это будет всем интересно. Это долгая история, я расскажу вкратце. Я работала в Анапе, в кафе официанткой, а он в команде играл анапской, Спартак Анапы, да? Вот они у нас кушали комплексный обед, завтрак, ужин был. Ну, вот так мы я мама с тобой был? Ну подожди, ну неужели не было романтики никакой? Он зашел, увидел тебя, ты приоткрыла свои ресницы. Этого не было. Как-то... Все банально, он зашел поужинать. Ну нет, он ходил, наверное, месяца два сначала. Так. Присматривался. Потом мы обменялись телефонами, переписывались, но не встречались. Потом встретились сразу. Олеся, ну давай назовем дату, когда это было, помнишь ли ты? Да, день знакомства я помню, это 25 июля 2002 года. 2002 года, 14 лет вместе. Угу. Вы разные люди, сами по себе, вот вы живете 14 лет. Вы можете сказать, мы абсолютно разные, что слушаю я, не слушает он. Да. Что люблю я, ну? Мы абсолютно разные. Он любит, чтобы везде был порядок, везде во всем. И в жизни, и в доме, и в делах, везде. У меня все наоборот, все хаотично. Ты ведь еще работаешь? Да. Кем ты работаешь? Расскажи. Кем я работаю? Индивидуальный предприниматель. Да. Кафе. Кофе. Кофейни. Мы варим кофе. Угу. Еще тортики. Кофе. Тортики продаем, кофе. Чья это была идея? Как вот вообще пришло в голову открыть свою кофейню? Мы жили в Белгороде 2 года, да, и вся команда ходила в кофейню «Калипсо». Угу. Очень нам нравилось там кофе, очень-очень. Тогда еще кофеин было очень мало. Ну, вот таким образом мы решили открыть свою, прям такую же. Ну, это ж надо было все продумать. Это все легло опять на твои хрупкие плечи. Да. Как на это смотрел Сергей? Он финансово поддерживал. И только, больше ничего. Поддержка его, ну и в общем мотивация тоже, что у нас все получится. Ну мы да. Вот у вас дома, здесь такая атмосфера чудесная, здесь царит такой комфорт. Как ты успеваешь, хрупкая, красивая девушка, воспитывать двоих детей, заниматься бизнесом и еще делать все так, чтобы муж хотел идти домой? Не знаю. Ведь у тебя ни няни, никого нет. Здесь нет няни у нас. У нас в Краснодаре няня есть, очень помогает. На самом деле без няни сложно. Но вы сейчас не в Краснодаре, а... Дедушка приходит иногда, помогает. А в основном они всегда со мной есть. По всем делам они ездят со мной. Олеся, но все-таки поделитесь секретом. Что нужно делать, чтобы мужа тянуло домой? Молчать побольше, готовить. Это точно. Золотые слова! Сейчас все мужчины, присядь. Которые за кадром, тоже аплодируют. Молчать и готовить вкусно кушать. Все. Это идеальная формула, да? Да. Скажи, пожалуйста, а расстояние все-таки, они сближают или... Сближают. Сближают? В нашем случае, да. Впереди 2017 год. Буквально уже стучится в двери Новый год. И у каждого из нас есть свое желание. Давайте не будем открывать все тайны, у кого какое желание, но приоткроем тайну, о чем мечтает Мила. Я хочу гироскутер. Так, о чем мечтает мама? Я хочу баню. Прям вот мечта моя. Для полного счастья не хватает вот здесь вот бани. О чем мечтает Мирон? Я хочу машину. Машину, здорово. О чем мечтает папа? Папа. У папы много мечтаний. Ну, хочу квадроцикл, чтобы ездить уже спокойнее на охоту и чаще. А я хочу пожелать вашей семье
оставаться такими же замечательными, добрыми, любящими друг друга, крепкой-крепкой семьей пусть будет ваша семья. И пускай ваша семья разрастается и становится вас все больше, еще? Больше и больше, потому что посмотрите, сколько места у вас еще есть свободного. И пускай в вашем доме всегда будет детский смех, радость, взаимопонимание и всего вам всего самого-самого хорошего. Спасибо большое за знакомство. Нам было с вами очень-очень интересно. И вам спасибо, что приехали. Спасибо. Доброе утро. Выйти. Можно к вам в гости? Пожалуйста. Конечно. Это вам. Спасибо. Только если футболист увидит слабину, что тренер недостаточно уверен или какие-то есть сомнения, да. Здесь уже могут возникнуть определенные сложности. Я как нитка за иголкой, потому что да, и я всегда так было. Практически всегда.